Ну, Аня, пожалуйста. Тебе точно не холодно? Нет. Спасибо. Ты умеешь эту одевать? Это что? Бабушка, ты чё? Ну не буду. Моя бабушка просто такая, она шла фоткает его. Не фоткать, ты лжи. Это ты взять же. Бабушка, вот когда мы с Шулянкой собиваем огня и чистим огня, ты не фоткай. А почему? Это неестественно. Так ты с чего это взял? Потому а что... Тебе неинтересно, а мне интересно. Это каждый день. У тебя запись идет? Идет всегда. Да. Идет, конечно. Чё? 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 Потому что... Нельзя их вот... Вот дай мне. Когда они увидят это, свет, то они вот так сделают наверх и все. Голову вот так идет. Вот. Если он это придет, то можно. Он просто боится, он может брыкаться. Нас... Просто они немножко боятся свет, когда резко свет, они боятся. Да, вспышка, они боятся. Тут темно, там без вспышки плохо. Да. А, 5 минут. Стой! Только с одной стороны. Ты что, вообще не смотришь наш канал? Агоша! Огонь! Вода! Чё ты так? Надо... Всем, почувствуй. Привет! Я не могу найти этот самый. До огня. Вот у нас тоже. Вот у нас. Что ты не можешь? Где до огня это самое? Вы же с вольдрамом определиться не можете? Вот оно. Вот. Это вот. Идем. Идем. Девочку неси. Ну, похоже, сегодня побыстрее, да? Да, мы сегодня что-то... Наверное, тот урок изучили, да? Как надо будет пошустрее. Огонь! Огонь! Быстрее надевай. Я на него надеваю. Он, блин, нажрался этого сена. Теперь не знает, как взять железку в рот. Огонь. Давай, давай, я надел. Ну, так. Давай. Ухо надел. Повод, 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 ты чё? Повод, сначала. Повод сначала надо. Ой, извини. Ты точно всё умеешь? А? Ты всё умеешь, да? Точно умею. Всё умею. Тише. Взял? Да. Я, мне вчера Анастасия Валерьевна это всё высказывала. Я теперь знаю, как это делать. Да, да. Там вот ладошка. Ладошка должна поместиться. Ямка, отойди. Бабушка. Первый, ну, поехали, шай.
Огонь. Стороны, ты чего? Сядь. Стой, подожди. Подбивай быстро. Да, все, все. Все. Стой. Вольт направо, марш. Ульяна, чуть побольше кружок делай. Ручки не задирай. Давай, это пробку создаешь. Вот направо, марш. Настя, перебирай внутренний повод, короче. Зачем ты тянешь его? Да дай ты ему. Подпишись на канал и поставьте мне лайк. Стойка есть. Фоткай. Если туда, кладите напротив нее, я скажу, где остановиться. Ой, кто сейчас галопом будет ехать? Кажется, я понял. Какое-то задание сейчас. Это скучно просто стоять, да? Нет. Кто не подписан на канал? Пожалуйста, подпишитесь на канал. Пожалуйста, пожалуйста, кто на видео? Артём, ну, да? Ну, так я чуть-чуть. На каком коне? На огне. На огне? Нет, сажай, тёмно шагать. Пойду. Да с моей мамой грязил их. Раз, два, три. Подбирай повод. Подбирай, подбирай, подожди. Еще подбери, висит.
Ну ничего, лестница, потом подбирать будешь. Все, иди шагай. Артём, надо время уходить. Ой, Артём, смотри, чтобы он тебе не заплатил. Огонь. Это в памяти на крыльке. А за виду будешь трогать. Делаешь? Мы тренируемся. Белый кот. Белый, как белоснежка. Белый, как белоснежка. Что ты от меня хочешь? А Макасит, он не напугался. Он если вот так напугался. Все. Все, поехали домой. Домой. Давай, иди. Ты завтра будешь? Буду. Давай, завтра сколько утра? Хорошо. Угу. А бабушка, ты что, не берешь домой? Ты что, бабуля? А. Поехали. Поехали, одевай.